Добрый день, друзья! Приветствую всех в игре SnowRunner, с вами Егор. Ну и давайте продолжим выполнение контрактов на карте Black Badger Lake, Висконсин, США, Северная Америка. Так, друзья, у нас сегодня будет опять контракт, связанный с лесом. Дела железнодорожные. Давайте посмотрим. Лесопилка Stone Creek. Железнодорожная станция скоро снова заработает. У нас уже есть заказы. Большая просьба, доставьте грузы на станцию. Работа будет оплачена. Средние бревна 2, длинные бревна 4. В принципе, станция рядом. Здесь одна лесозаготовка. В смысле, станция одна и вторая. Две лесозаготовки. Сейчас посмотрим, как нам, какой лучше подъехать. Потому что тут капец, пеньки такие. Кругом лес побрили. Поработает на нас сегодня КамАЗ Мустанг этот. И МАЗ еще будет добивать, так сказать, длинные бревна. Здесь у него модуль установлен на средние бревна и прицеп на длинные. Ну а МАЗом уже добьем. Там же 4 связки длинных бревен. Так, как же мне туда подняться? Ё-моё. Блин, такое наворотили. Мама, не горюй. Ну, как-то вот сюда, ну, я не знаю. Сейчас посмотрим, проедем, не проедем. Тут же вон кругом лес. Я пока сюда заехал, застрял. Трэш полный. В принципе, возить недалеко, но дорога тут. Сейчас посмотрим, как она все. Как она пойдет. Поднимаемся наверх. Давай, 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 давай. Сюда и потом спускаться. Ну, спускаться легче, конечно. Но... Два раза нам придется этим КамАЗом съездить. Потом возьмем МАЗ с полуприцепом. Так, длинные бревна. Ага, средние бревна. Так, длинные бревна. Прицеп. Блин, тут еще и лимит, оказывается, е-мое. Еще раз съезжу и все, наверное. А может, и еще и не все заберут. Посмотрим. Тут линии, лимитик. Да хотя бы средние забрать. Так, эта дорога на... Не-не-не, надо разворачивать. Хотя, я так понял, что можем и проехать сюда. Да, в принципе, выскочить можно.
Блин. Так, в бой. Поеду потихоньку, спешить не буду, мало ли. С таким грузом лучше не спешить. Так, первая партия есть. Так, а ш... Ой, блин, что у меня тут осталось, а? Три. Ну, должно быть, должна быть еще вторая партия. Ладно, поехали. Опять разворачиваться надо. Не пойму, что так темно. Сделаю я утро.
пару раз проехаться и все. Раз достаточно, видите, раз проехался нормально, а второй раз уже. Уже каша, блин. Так, нет, не прицеп. Какая платформа? Грузовик. Средние бревна. Так, и длинные остались. А, нормально, видите. Так, не платформа, нет, прицеп. Все, больше тут лесозаготовки нет. Ее не существует. Ну, за длинными бревнами сюда тогда можно будет поехать. Или там еще есть. Ну, ладно, погнали, ребята. Хорошо хоть на два рейса хватило этих бревен. Это радует. Теперь только две связки длинных бревен отвезти, но мы сейчас возьмем там этот маз. Мазом отвезем. Тихо. Вообще мне нравится лес возить. Ну и какие-то такие большие грузы. Но лес прикольный.
Так, сейчас мне эту лужу переехать еще. Давай. Видите, уже если пару раз проезжаешь, все, потом просто по той, по тем же следам уже так просто не проедешь. Начинается вот такая вот карусель. Кизиловая авария, не, блин. Давай. Значит, берем левее немного. Давай, класс. Красавчик. Так, со средними бревнами покончено. Так, берем мазок. Блин, тут как раз уже и, блин, заправка закончилась. Сейчас маза пригоним, то есть. Мазая. Ну, так неудобно возить. Осталось длинное бревна с тем прицепом. Заправки уже нету. Так. В принципе, КРАЗ есть загруженный, но я его трогать не буду. Такой вот он у нас мазик. Подвеска. Не, подвеска у него уже высокая стоит. Поехали. Такой скорости нету, так бьется, блин, подвеска, капец. Блин, лужа вроде такая не это самое. Видно и дно. И нифига не едет. И моды застреют.
булочек. Офигеть, блин. Так. Это лесопилки. Как же нам сюда прорваться? Ё-моё, блин, ну как придумают? Седой, что ли? Так, вот она, вот она, вот она. Какая платформа, ё-моё. Опять, блядь, дичь какая-то творится. Так и хочет мне на эту платформу, блядь. Нахер она мне нужна? Чё, развернёмся? Тут как-то неудобно ехать. Хотя можно... Да ну нафиг. Так вот, еще разочек съездим, порядок. Так, блядь, нет, куда мне? А, вот. Направо. Хотя, что там за дорога налево? А, вот это, типа, дорога какая-то, блядь, идет. А проеду я там мазом. После КамАЗа, ну давайте попробуем.
Давайте попробуем. Блин, сейчас сяду. Тут и, блин, не за что захватить. Захватиться лебедкой, блин. Давай, пошел, 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 красавчик. Так, последняя худочка, и мы в шоколаде. Платформа. Так, ну тут остались только средние бревна на две связки. Отлично. Так, разворачиваемся.
Дождик пошел, класс. Поехали. В кабине так классно. Неплохо. Сюда и поедем. Я манал туда ехать, хотя и тут дорога не лучше, но блин. Здесь, по-моему, есть за что ухватиться. Давай, 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 давай. Ну, вот здесь ничего так еще проехал. Полный порядок. Спасибо за работу. И вам спасибо. Все, друзья мои, на сегодня все. Всем мира, добра, здоровья. И до встречи.